Только он знал, сколько в ней разных оттенков. Только он знал, что она сумасшедшая, больная, чокнутая, дурная, но способная любить, отдаваясь полностью. Только он знал, какими могут быть ее руки. Только он знал эти по-настоящему счастливые глаза, которые могли хохотать без умолку, а потом могли без остановки плакать. И все это за 10 минут. Да, она была такая. Он никогда не знал, чего от нее ожидать, но был безмерно счастлив, потому что так и не смог ее разгадать. Только было непонятно, кто кого больше ранил и зацепил. Она могла говорить о таких откровенных вещах, а потом через 3 минуты просто исчезнуть, если ее не хотели видеть. Сумасшедшая. Он ее ненавидел. Ненавидел и любил одновременно. Она сломала его и сделала счастливым. Она одна убила всех его женщин.